Педагогическое сообщество Одинцовского района – одно из самых многочисленных и авторитетных в регионе. Наши учебные заведения постоянно входят в топ-100 лучших школ Подмосковья и России. В этом году сразу две сельские школы – Барвихинская и Горки-10 – заняли достойное место в рейтинге. Неизменные лидеры среди городских школ – лицеи номер 2, 6, 10 и Одинцовская лингвистическая гимназия. Мы видим, что районная система образования развивается и видим значительный и качественный рост. Это выражается не только в сухих цифрах статистики, не только в количестве медалистов и стубальников, и не только в рейтингах. Это видно и по отзывам людей, самих родителей и наших учеников. Одинцовской гимназии номер 4 присвоен статус региональной инновационной площадки. Грант в размере 1 000 000 рублей пойдет на оснащение школы и дальнейшее развитие технических направлений. Одно из них – образовательная платформа «Гегель». У нас проходили уже встречи с представителями этой организации. В этой встрече участвовали как дети начальной школы, так и старшеклассники. В общем, у каждого был свой интерес. У кого-то игровые моменты, у кого-то важные направления, как и интеллект, робототехника. Поэтому это перспективное направление, и оно имеет будущее. Гегель в этот день пользовался особой популярностью. Каждый хотел не только сфотографироваться с умным роботом, но и больше узнать о возможностях этого проекта. Это не просто робот, это, ну, можно сказать, что это научное пособие. Да? Это демонстрация образовательной программы, которая называется «Гегель». Вот, а вот это представлена платформа, вот, на базе которой мы будем учить детей робототехнике, а не роботоконструированию «Лего». Вот, потому что то, что сделано из «Лего», оно не приносит пользы. А наша платформа будет уже социализирована, то есть он сможет выполнять работу. Ранее профориентация школьников – еще одно приоритетное направление для районной системы образования. С начала нового учебного года работа будет продолжена. Активную поддержку в этом оказывает компания «Мособлгаз». Выпускники после поступления в профильные колледжи приходят на практику на предприятие и практически сразу попадают в кадровый резерв. Мы очень много работаем с 9-ми классами, что нам очень интересно, потому что ориентируем ребят на поступление в колледжи, техникумы. И ребята приходят к нам на практику. И сейчас уже, наверное, это 3-й год, когда ребята после высших учебных заведений, средних учебных заведений, с которыми мы непосредственно работаем, приходят к нам на работу. Мы их с удовольствием ждем, потому что это те ребята, которых мы уже знаем и которые себя проявили. Руководитель муниципалитета поблагодарил педагогов за отличную и слаженную работу и заверил, что поддержка системы образования будет продолжена. Я желаю вам удачи, сил, терпения в грядущем учебном году. Как бы тяжело вам и на местами не было, вы всегда должны помнить, что каждый из вас делает огромное дело для всей нашей страны. Вы воспитываете будущее поколение России. Будьте счастливы, и пусть будущий учебный год будет для вас очень успешным. Не остались без внимания и родители. Они, наряду с педагогами, получили благодарственные письма из рук главы муниципалитета. Сообщество родителей Одинцовского района – это еще один уникальный проект, который не имеет аналогов в регионе. Только тесное взаимодействие всех участников образовательного процесса может принести отличные результаты в работе. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».